Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о гениальном русском писателе XIX века Николае Семеновиче Лескове. По признанию современников, он был самым русским из всех русских писателей, который знал и чувствовал свой народ. Мысль заняться писательством посещала Лескова много лет. Первый раз он задумался над этим вопросом, когда работал представителем компании «Шкот и Вилькинс» и много часов находился в дороге. Ему доводилось встречать интересных людей, быть свидетелем ярких событий, которые хотелось увековечить на бумаге. «Это самые лучшие годы моей жизни, когда я много видел и жил легко», – вспоминал Николай Семенович. В своих произведениях он создал обширную галерею праведников из народа. Одним из самых ярких образов в этой галерее стал Левша. Повесть Левша. Любой русский человек знает эту историю. Причем сказ Лескова читали далеко не все. История истинно народная, да и не была она выдумана Лесковым. Такая беличка действительно существовала. Трогательная история о простом русском человеке, талантливом мастере левше, которому удалось заткнуть за пояс англичан и на всю Европу прославить Россию-матушку. Все произведение наполнено фольклорными и сказочными мотивами, но создано в духе реализма и поднимает серьезные проблемы русского общества. Левша – тульский мастер, невероятно талантливый, настоящий самородок. Его судьба могла быть блистательной, однако оказывается трагической по вине государства. Как ли? Смотри сам, ничего же не видно. Так, Ваше Величество, ничего и невозможно увидеть. Потому что наша работа против такого размера гораздо секретней. Надо всего одну ее ножку подробности под весь мелкоскоп подвести. Тщательно на каждую пяточку глядеть, которая наступает. Ну, помилуй, скажи, ведь это очень сильно мелко. Ну, а что ж делать, если только так нашу работу и можно увидеть? Только тогда все удивление-то и скажется. Ого. Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста, ведь они шельмы английскую блоху на подкову подковали. Особенным богатством языка является произведение «Запечатленный ангел». Уникальное литературное творение, в котором икона становится главным действующим лицом. Имя рассказчика – Марк Александров. Воспитан он в старой вере, по профессии каменщик и работающий с раннего детства в старообрядческой артели. Именно Александров повествует слушателям постоялого двора историю об удивительном ангеле. Сей ангел воистину был что-то неописуемое. Лик у него, как сейчас вижу, самый светло-божественный, взор умилен. Ушки староцами, одеяние горит, рясные золотыми преиспрещено, доспех пернат, рамена припоясаны, на персях младенческий лик, в правой руке крест, в левой огнепалящий меч. Дивно-дивно, власы на головке кудрявы и русы, и проведены волосок к волоску иголочкой. Крылья же пространны и белы, как снег, а из-под лазурь светла перо к перу, и в каждой бородке пера усик усику. Глянешь на эти крылья, и где твой весь страх денется? Молишься, и в душе станет мир.
Вот это была какая икона! Идем, бывало, на новую работу степями. Лука Кириллов впереди всех, а за ним Михайлица с иконой, а за ними мы все артелью. А тут в поле травы, цветы по лугам, стада пасутся, и свирец на свирели играет. Все шло нам прекрасно, и дивная была нам в каждом деле удача. Работы всегда находились хорошие. Промежду собой у нас было согласие. От домашних приходили вести спокойные, и за все это благословляли мы ангела и с причудой его иконой. Кажется, труднее бы, чем в жизни своей не могли расстаться. Да и можно ли было подумать, что мы как-нибудь по какому не то есть случаю всей нашей драгоценнейшей самой святыни лишимся? А между тем, такое горе нас ожидало, и устроилось нам, как мы после того уразумели, не людским коварством, а самого оного путеводителя нашего смотрения. Сам он возжелал себе оскорбления, дабы дать нам свято постичь скорбь и указать нам истинный путь, перед которым все до сего часа исхождением нами пути были, что дебрь темная и бесследная. «Очарованный странник» – необычная повесть. В ней используются мотивы древнерусских житий, народных былин, а также сюжетная схема популярных авантюрных романов. Николай Семенович показывает, как в сложных жизненных обстоятельствах формируется тип русского праведника, который так необходим людям. Главный герой – убийца и грешник, искупает свою вину и, оказавшись в монастыре, преображается, получает способность пророчествовать и испытывать наитие вещательного духа. Каждый эпизод в сюжете повести – это новый этап преображения внутреннего мира героя, восстановления образа Бога в человеке, следующий шаг на пути к служению людям, состраданию ближнему и праведности. Там ли погибель, где он и боимся? Там ли спасение, где его чаем? Очисти мя грешного и помилуй мя! Силою своей я был горд, но на нее боли не надеюсь. А и ко мне приближится час, когда не сам припояшешься, а другой тебя припояшет. На сердце свое надеюсь. Слушай его, что в нем простонет, про то и говорю. А с сорной земли слетающих на меня блох отрясаю. Буквы мертвую блюдя, здесь живое дело губят. Люди мои, что бы я вам ни сотворил, что бы я ни отдал вам, душу свою клади. Да так, чтобы видели, какая у тебя душа, а не побрехеньками забавляйся. Ребята, прошу заповедь одну мою братскую соблюдите. Не брешите вы на ветер. Ох, не брешите. Вред в этом великий есть. Вред. И ног друг другу не подставляйте, и будет с вас. Что глядите? Вы бы родине своей как алтарю служили. А то нынче все благодатью, как сукном, торгуют. Ничего, пусть чужие земли похвалой стоят, а наша и хайкой крепка будет. Боже, по суду любящих, просвети невежду и прости развращенному и слепому его жестокосердие. За землю нашу страшуся, за Русь опасаюсь.
не напало бы внезапно всегубительство, земля и небо сгорят, и все провалится. Тьма, тьма над бездною. Дай Бог, чтоб братоубийства не было. Упаси от этого народ наш и всех людей. Боже, по суду любящих, посвяти невежду и прости развращенному и слепому его жестокосердие. Лесков прежде всего завораживает причудливым языком. Не меньше впечатляет способность говорить правду о русском человеке и при этом неотступно верить в него, жить надеждой на обретение им праведного пути, освященного единственно кротостью духа и чистотою сердца. Николай Семенович больше верил в хороших людей, нежели в хорошие порядки. Он исповедовал только то, что должно было остаться в будущем – праведную Россию. Из черной рамы смотрит мне в глаза, глазами жадными лицо Лескова, как затаенная гроза в изображении умного сердца.